Всем привет, вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще этого не делал. Я сегодня вас приглашаю в новый, интересный, классный выпуск. Я думаю, вы уже поняли, что я куда-то отправляюсь на поезде. А поеду я в Мацесту. Там есть что посмотреть, есть где погулять, есть интересные локации. И да, доберусь до туда на электричке. Основной посыл этого выпуска даже будет посмотреть лично для себя и вам показать, насколько удобно добираться из Адлера туда, в сторону Сочи. Посмотрим, сколько это по времени займет, посмотрим, сколько будет стоить ласточка до Мацесты. Ну и, соответственно, нас с вами ждет очень интересная, удивительная, увлекательная прогулка. Я не буду затягивать, жмите на лайк и погнали в новый выпуск. Ребята, я думаю, как вы уже поняли, начинаем наше путешествие сегодняшнего выпуска именно с вокзала. Называется он «Имеретинские курорты». Здесь на бесплатной стояночке я бросаю машину и двигаюсь сейчас покупать билет. В 12:00 у меня уже отправление, поэтому я уже даже чуть-чуть не успеваю. Погнали вместе. История на вокзале следующая, что входить нужно в масках, а в принципе двигаться здесь в них не обязательно, поэтому сниму, дышать вообще нечем. Короче, сейчас будем покупать билеты, я пока туплю, куда мне нужно пройти. Вот тут вот такое информационное табло есть, да, то есть вот, нам вот этот нужен, 12:00, посадка 6. А как по карте оплатить? Достаточно пустой перрон, а вот он наш поезд «Ласточка», 6-й путь. Подожди, здесь прям так? Не совсем понял, для чего я купил билеты, если турникеты были открыты, скорее всего, они будут работать на выход. Я не совсем часто, вообще даже очень редко езжу на вот этой истории, на всей. Забыл даже, когда последний раз у меня это было. Поэтому я могу тупить и вообще даже потеряться в пространстве, куда мне выходить, куда мне идти. Почему-то везде все закрыто. Давай мы когда вернемся, я тебе наберусь. Давай. Мацесты билет стоит 136 рублей. Ну, в принципе, на любом там вокзале, либо в приложении электрички можете узнать ценник. Ехать нам 40 минут, буду немножко показывать вам. Программа рассчитана на
ребята, мы в Мацесте доехали, вот только прям перед Мацестой начали спрашивать в вагоне эти билетики. Здесь турникеты тоже были открыты. Ну что, погнали осматриваться? Досмотрите выпуск до конца, и я в конце поделюсь с вами мнением вообще в целом вот о поезде. Посмотрите, каким шикарным, огромным мостом нас встречает Мацеста. Получается, выходишь с электрички и сразу попадаешь на этот мост. Вообще, впервые за долгое время я почувствовал себя настоящим каким-то туристом. Я такой вышел с поезда, тут, короче, остановки. Такая большая парковка, там ходят автобусы, видите, очень много остановок. И я не знаю, куда идти. Я реально такой вышел, типа, хлопс, а чё, кого, куда вообще идти, не знаю. Короче, ребята, первую достопримечательность, которую я хочу показать, она прям такой звездочкой обозначена на карте, это морской вокзал Мацесте. Я посмотрел, он достаточно действительно интересный, точно заслуживает вашего внимания, поэтому я пошел его искать для вас. В общем, ребята, сразу есть такой вариант пройти на пляже, посмотреть на море. Какой сильный сегодня ветер. Вы даже, думаю, можете заметить по морюшку, по волнам, которые сейчас бабахают. А дальше разберемся насчет морского порта. Давайте так и сделаем. Значит, ну вот, видите, улочка уходит, и там далее уже непосредственно морской вокзал. Вот тут люди вот так отдыхают. Вот такой вот пляж. Здесь получается идти больше некуда. Значит, пойдем искать дальше. Ну что, я нашел морской вокзал. Вот он так выглядит. От него уходит длинный такой пирс. Тут также есть пляж. Все, конечно, очень сильно разбито. Сейчас попробуем спуститься, пройтись вот на этот волнорез. Посмотреть, что там. А тут какой-то отельчик. Вот такая тут картина. Слушайте, я вот, честно говоря, когда я вижу вот такие всякие истории, хочется зареветь. Настолько обидно отношение к нашему морю, к нашей береговой линии. Посмотрите, все в каком состоянии. Это же какая-то заброшка, там, видимо, поселились то ли серферы, то ли кто. Видите, у них там все сушится. А в целом все находится вот в таком состоянии. Пройдемся с вами немножко на что это такое, волнорез это или что это, или оградка для соленого бассейна. Ужасно грязное море, бетоны, кругом бетоны. Вот так это все выглядит с стороны, там вот виднеется, видимо, какая-то то ли гостиница, то ли пансионат, зеленая роща. Да, ох, идет волна. И вот он, морской вокзал. Конечно, как туда попасть, я пока не придумал. Видимо, вон там он можно пройти под мостом. Но смотрится достаточно интересно. В общем, что, вот по таким вот местам приходится лазить. Смотрите. Та-ра-та-та. Фу, да тут туалет вообще. Фу-фу-фу. Так. Но зато здесь вот морской порт. Пока едешь, на самом деле, очень много диких пляжей, но все вот в таком вот состоянии, вот в таком заброшенном. Как будто сюда просто свезли что-то, остатки какой-то стройки. А кто-то, наверное, из вас спросит, а зачем ты вообще приехал в Мацесту, что тут делать? В общем, в Мацесте есть несколько интересных локаций. Первое – это тропа здоровья. Протяженность, по-моему, чуть больше 3 километров. Там очень много лесенок, спуски на пляже. Возможно, станет нам жарко, и мы покупаемся, хотя я не очень люблю купаться там, где волнорезы, потому что море почему-то всегда грязное. Здесь есть памятник Мацеста, соответственно, вот этот морской вокзал, который я вам уже показал. Здесь есть гора Бытха,
Высота, которую я не знаю, но там, в принципе, судя по фотографиям, достаточно интересно. Также по пути по этой тропе есть заброшка такая, лухари-заброшка ее можно назвать, санаторий имени Орджоникидзе, которую я тоже хочу добраться и вам показать. В этом месте я уже был, во всех остальных локациях я не был. Возможно, вы тоже где-то были, а где-то не были. На все про все у меня, ребята, всего лишь 4,5 часа, а потом идет электричка обратно в Адлер. Мне нужно на нее успеть, поэтому я не буду терять время. А вы поддерживаете меня в виде лайка, комментария и репоста. Погнали на тропу здоровья. В общем, ребят, на территорию морского порта я зашел. Ну, буквально сделал пару шагов, как меня остановил охранник, спросил, что куда? Я говорю, посмотреть. Он говорит, нельзя. В общем, ну как бы туда, я так понял, заходить нельзя, но там какие-то банкеты что-то проводят, судя по информационной такой табличке. А завтра какое-то будет мероприятие. Мне охранник сказала, что завтра приходите, в 10 утра здесь будет что-то. Я такой, ага, ладно, и пошел. Вот, поэтому ничего вам не покажу. Ну хоть с виду увидели, что это за морской такой порт в Мацесте. Вот если бы не охранники, которые стоят возле касс на выход, я бы вообще, наверное, не сообразил и сделал бы 10 там кругалей, чтобы попасть на эту тропу. Вот тут попадаем, вот получается выход, охранники, и вот так жик-жик-жик-жик, и получается вот тропа начинается, как я понял. Ребята, эта тропа здоровья, здесь занимается очень большое количество спортсменов, бегают, прыгают. Это что, она? Да, видимо, вот она и начинается. Я где-то смотрел по фотографиям, там в соцсетях у ребят, которые занимаются спортом, здесь постоянно бегают, прыгают. Здесь она достаточно, ну, лайтовая, хотя что-то уже устал, пока в эту горку забирался. Значит, сейчас полностью по ней пройдем, делая отвороты на пляже, делая отвороты там на Орджоникидзе, может быть, сразу на Бытху. Вот. Здесь очень много ступенек. Она проходит вдоль побережья. Я напомню, что она что-то 3,5 с чем-то километров. Достаточно долгая, но как вы вот уже можете заметить, просто с первых шагов она, конечно, очень живописная. Проходит полностью по лесу. О, смотрите, сколько ступенек нам придется сейчас преодолеть. Да, все, конечно, сделано из скотча. Да, такие паутины висят. Я не знаю, как часто здесь кто ходит, бродит именно в этой части. Я точно знаю, что туда, ближе уже к центру Сочи, спортсмены занимаются, гуляют, мамочки там с колясками. Фух. Фух. Здесь еще должны виды открываться великолепные. Оп-оп. А после того, как я преодолел эти ступеньки, здесь сразу попадаем на, возможно, это была когда-то такая смотровая площадка, но здесь такая еще и некая развилка, да, сюда дорога уходит, и вот сюда на курортный проспект. А вот она сама схема, можете вот поставить на паузу, ознакомиться. Вот получается, мы будем с вами идти вот так вот вдоль всего. Вот здесь где-то находится Бытха. Вот. Вот санаторий. Короче, очень далеко нам идти. Фух. Вы просто посмотрите, какие потрясающие виды открываются на этой тропе. Гляньте, какая красота. И все это в такой вот теневой роще. Обрывы, конечно, идут. Но в целом пока, в принципе, такой легкий достаточно. Легкий уровень сложности. А вот он идет, курортный проспект. Получается, мы идем прям вдоль дороги. А вот из приятного пошел сейчас спуск вниз. Я пока спускаюсь по ступенькам, я хочу вам кое-что рассказать, точнее презентовать. Те, кто за нами следит достаточно давно, вы знаете, что мы путешествовали по Крыму, уже год прожили, совокупно год прожили в Сочи, и мы подготовили для вас специально гайд, который будет стоить
очень минимально, всего лишь 490 рублей. Мы упаковали там все локации, там такой, короче, крутой путеводитель, плюс наш опыт, наши рекомендации, лайфхаки и советы. Приобрести его, изучите и отправляйте смело путешествовать по Сочи, прорисовывать себе маршруты. Чтобы приобрести, вам просто нужно написать либо мне в директ в Инстаграм, либо Настеньке. У кого нет Инстаграма, просто пишите на электронную почту. Приобретайте, вам падает файл PDF, вы его изучаете и путешествуете. В общем, пишите в директ, либо на почту. И забирайте свой гайд по Большому Сочи. А мы с вами продолжаем. Значит, двигаемся по такой тропе. Все бетоном залито. Я, конечно, думал, что здесь будет такая локация прям природная. Будем идти там по корням, деревьям, по каким-то еще интересным штуковинам. Но нет. Вот лесенка уходит дальше, точнее, тропинка и превращается в лесенке. Также на нашем пути, видимо, будут встречаться лавочки, где можно, видимо, отдохнуть, да? Устроить себе какой-нибудь перекус. Но подъем, как всегда, такой добротный, что приходится уставать, поэтому я думаю, что однозначно будем сворачиваться на пляже и окунаться. Вот очень сильно люблю за это Сочи, что не выезжая из города, ты можешь устроить себе вот такую классную прогулку по замечательной тропе, которая сочетается с таким массивом леса и рядом море. Причем устал, быстро спустился к пляжу, искупался, освежился и продолжил путь. Это же, я не знаю, это не город, это какое-то, это чудо. Вот еще висят указатели, мы спускаемся, видите, все ниже и ниже, то есть тропа вот она будет вот так вот и петлять, и уходить то вверх, то вниз. Как я понял, здесь, значит, вечером подсвечивается все, значит, здесь вечером своя особая атмосфера. Согласны со мной? Кто здесь гулял вечерочком, прогуливался, то напишите в комментариях, как вам здесь обстановка в вечернее время. И да, вот видите, вот прям вот под таким углом вот так спускается сейчас, поворачивает, точнее, тропа. Ну и, конечно, да, она спускается вниз. И можно пройтись, спуститься к пляжам. А вот поезд погнал. Также на нашем пути встречаются вот такие турники для занятия спортом, поэтому оттуда начали, сюда прибежали, потренировались, быстренько спустились к морю, окунулись и дальше побежали. Вот в этом месте, ребята, сюда вон можно увидеть, что заезжают машины, начинаются ступеньки, здесь как бы проходит прям дорога. В это место мы еще сами вернемся, но после того, как покорим гору, которая называется Бытха. В общем, ребята, мы сейчас с вами уходим с этой тропы. Начинаем просто таким плотным темпом подниматься вверх по ступенькам. Здесь их очень-очень много. Наша задача сейчас как бы вернуться с тропы в город, пересечь курортный проспект и уже отправиться в эту гору. Вот именно с этой точки, вот с этой точки нам идти до горы 2 километра. Погнали! Ну что, ребята, я вышел на курортный проспект. Здесь такая есть остановочка. Немножко, да, вам покажу центральную улицу Сочи. Пока здесь так свободно, ничего не стоит. Но обычно к вечеру начинаются, конечно, здесь пробки. Мне сейчас нужно найти, значит, дорогу. Сейчас в картах построю маршрут и начну двигаться уже в сторону этой горы. С навигатором у меня пока не срастаются дела. Он меня завел куда-то вот сюда, на территорию Хостинского суда. В итоге я здесь уперся в эти ворота, не знаю, как выйти. И пришлось мне обходить и дальше уже двигаться по этой улице. Судя по подъему, гора высокая. А еще идти, да, 2 километра. Но поднимаемся мы уже даже существенно. Посмотрите, вон там все это дело внизу. А идти нам туда. Мы, значит, с дороги вместе с вами попадаем снова
на такой путь, где одни ступеньки. Здесь, конечно, много жилых комплексов. Такие вот они высокие. Вот это особенно, наверное, классно, потому что вид на морешко. Здесь даже уже открывается шикарный вид. А нам нужно преодолеть туда вверх множество ступенек. Кстати, вот давайте, я люблю говорить ориентиры какие-то. Вот по ориентирам это улица Ясауленко или Ясауленко, как правильно, не знаю, 1Б. Вот здесь находятся эти ступеньки. Кто решится отправиться по этому же маршруту, да, на эту же гору, не переключайтесь, досматривайте до конца. Я чуть позже вам покажу здесь один из лайфхаков. Мне пришлось обходить. А оказывается, был такой сквозной проход, поэтому чуть позже я вам покажу. А пока продолжаем подниматься по вот этим лесенкам. Снова у нас лесенки. Их, походу, будет сегодня, ребят, очень-очень много. А завтра, наверное, я буду просто лежать, потому что устану. Я думаю, что вам уже понятно, на какую высоту мы забрались. Вон по крыше домов мы уже стоим, видите как? А здесь мне приглянулся вот такой почтовый ящик. Видите? Вот так вот он на улице прям стоит. А мы продолжаем дальше путь. Это все идет, это же улица, да? Ясауленко. 11/10. Такие здесь красивые домики. Такой частный сектор. Слушайте, просто охренеть, какие шикарнейшие виды, гляньте. Морюшка. Вот оттуда мы пришли. Дальше идет дорога прямо. Если вы думаете, что нам нужно идти прямо. Нет! Нам надо идти в гору. Вон туда вот. Все выше и выше и выше. И вы знаете, кстати, навстречу периодично попадают нам люди. Я даже так подумываю, что они идут именно с этой горы. Ну, ребята, мы все выше и выше. Посмотрите, какой вид. Я не знаю, мы, наверное, сейчас на высоте уже метров 400, а может быть даже 500. Домики, вид у них в этих домах вообще бомбический. И просто оцените, нам еще подниматься все выше и выше. Здесь нам встречаются вот такие кусты, что-то цветет, смотрится. Ой, как посмотрите, какая красотища, а? Что за цветы это? Пишите в комментах. Очень великолепно. Ребята, вы только гляньте, какой тут открывается вид. Вы только поглядите. Это что-то нереальное. Все как на ладони. Фух, какой кайф, а. Кстати, как ориентир вот этой смотровой площадки, улица Благодатная, 22/1, вот такой вот стоит из дерева. Интересная скульптура, но вид огонь. Ладно, продолжим путь. Нам идти туда дальше. Все выше и выше. Ну что, ребята, дальше мы сворачиваем вот с этой хорошей дороги, на которой открываются великолепные виды, сами, да, видели. И попадаем вот на такую дорогу. Вообще, в целом, сюда можно доехать на машине. Вот сюда заехать, даже здесь припарковаться и начать путь отсюда. Потому что вот отсюда идти до верхушки, как я понял, где-то на метров 300. Но сейчас мы будем с вами это все дело проверять. Возможно, и не 300. Но судя по карте, мы уже близко. А можно, если у вас хороший внедорожник, то можно, наверное, даже и туда позаезжать. Идем с вами вот по такому проходу, по такой тропинке. Виды здесь вообще классные. Это вот видны отсюда, как он, виадук называется, да, то есть вот эти дороги, которые идут туда в Сочи, туда в Адлер. Отсюда видно башню Ахун. Вот она. И здесь видно море. Классно. Ну и, конечно, да, здесь сюда уходят такие обрывы. Если честно, я вот иду,
и прям попутал вот от этого всего. Смотрите, какая тут свалка. То есть мы идем к какой-то достопримечательности, да? А тут просто свалка. Тут помойка, то есть сюда свозят, я так понял, да, незаконно мусор. И он вот туда прям уходит. Все в обрыв. Слушайте, если вдруг вы смотрите этот выпуск, ну, что касается администрации, обратите на это внимание, но так же быть не должно. А вас, мои дорогие зрители, подписчики, я попрошу сделать репосты данного видеоролика, потому что за счет активности на данное видео мы поможем сделать так, чтобы вот этой хрени здесь не было. Но это же просто жесть. Я не знаю, пришли мы, не пришли на эту гору. Конечно, можно сделать восхождение вон туда, но оно такое получится дикое, здесь нет никаких троп, в принципе, я так думаю, туда никто не ходит. Здесь вот такие вот самодельные какие-то шашлычные места организованы. Так, и есть какое-то табло. Всю жизнь в прошлом лес кормил, одевал, грел, защищал нас. Да. А вот так вот какие-то свиньи берут и привозят сюда мусор. И просто сваливают. И сделали здесь вот такую, блядь, помойку. У меня даже просто нету слов, одни эмоции. Так, здесь тихо, спокойно. Вот, ребята, честно, у меня аж настроение испортилось. Я как только приехал в Мацес туда, вот вы тоже увидели эти пляжи. Типа, ни хрена себе. Вообще, что это такое? И сейчас мы приехали в гору. В гору. В лес. Где такие прекраснейшие деревья, где хочется приехать провести время. А мы видим, блядь, тут свалку. Блин. Пишите в комментарии, ребята, делайте репост данного видеоролика, потому что я очень надеюсь, что вот эту штуку, благодаря нам, активности, вам, ее уберут. Смотрите, здесь вот такие огромные булыжники. Здесь уходят тропы налево, направо. Да, место, конечно, интересное. Здесь очень тихо, очень-очень спокойно. Надеюсь, у нас не выбежит никакой там медведь, кабан, потому что вот я сколько иду, постоянно в траве кто-то шуршит, видимо, это ящерицы. Главное, чтобы не змея, да, и не дикий какой-нибудь зверь. Вот так тут выглядит. Вот, но здесь, в общем, видите, место интересное, все так поросло мхом, но люди из этого превратили чисто шашлычное такое место. Конечно, можно прям забираться вот в эти горы, но тут нет никаких троп. Это такое будет, получается, дикое восхождение. Не совсем моя история. Вы только посмотрите, какая тут роща вот таких вот высоченных сосен. Посмотрите, еще так растут интересно вот папоротники. Посмотрите, какая красотища. Локация. Вообще очень клевая. Да. Посмотрите, как это мощно смотрится. Вот эта сила природы. Вот эти очень высокие сосны. Здесь гора, там гора, и ты, получается, находишься в такой падине. Да, здесь люди приезжают, так свинячат, конечно. Это очень-очень плохо. А еще, ребята, здесь очень большие комары. Они прям вот такие. Пока я там шел, они прям облепляют. Кто сюда будет, кто сюда пойдет, одевайте либо длинные с собой штаны, берите, либо пшикайтесь этим, чтобы спокойно, чтобы спокойно пройти, потому что, ну, они прям здесь вообще сильно облепляют. Вот такая вот у нас, значит, с вами гора Бытха. А теперь давайте с вами снова спустимся на тропу здоровья и продолжим там путь. Погнали! Вот, ребята, теперь про лайфхак, который я вам обещал. Смотрите. Вот этот дом, я по незнанию обходил его полностью, полностью получается. А можно было просто вот так вот, через подъезд, хоп-хоп-хоп, вот так вот, и попасть на другую сторону. Видите? И не обходить вот так вот на горку,
весь этот дом. Как говорят в навигаторах, мы вернулись на маршрут. Вот мы с вами пришли в то же место, откуда я начинал путь на гору Бытха. Сейчас мне нужно спуститься. И продолжаем с вами вон туда уходить. То, что я ребятам вам показывал, машины сюда заезжают. Вот он тропа, да, вот заезд. Здесь находится муниципальный пляж Заря. Поэтому я решил сейчас спуститься к нему, посмотреть, что это за пляж, и, соответственно, вам показать. Может быть, кто-то из вас остановится в Сочи, и ему понравится этот пляж, и вы будете сюда приезжать вот так вот на машинах, либо начинать свой путь с тропы, либо с того конца, либо с Мацесты, и приходить на этот пляж. Но судя по количеству машин, которые здесь находятся, я думаю, что он обустроенный. И людей здесь будет сейчас предостаточно. Сейчас все увидим. Здесь, значит, что-то строится. И вот он, вход, муниципальный пляж Заря. Информационный табло. Вот такая получается, такой проход, туннельчик. Здесь сразу наливают, разливают. И мы попадаем прямиком на пляж. Вот такой вот пляж. Ну что, здесь есть прокат досок, есть лежаки. В принципе, он очень достаточно узкий. Видите, с двух сторон. Не знаю, кто отдыхал на этом пляже. Пишите, как он вам. Я предлагаю здесь не задерживаться, отправиться дальше по тропе. Смотрите, а чуть дальше есть вот такой вот мост. И написано «Пляж лечебный, санаторий актер». Вот, собственно, кто отдыхает, видимо, в санатории актер, вот он. Вам нужно будет ходить вот по этому мосту и спускаться туда, к пляжам. У меня, получается, такой возможности туда спуститься сейчас не будет. Все тут за забором. Но пляжи пустые. А дальше идет тропа. Мы, как бы, получается, снова поднялись. Вот так вот снова спускаемся. Здесь есть лавочки, зоны отдыха. Вот. Как я говорил, здесь очень много занимается спортсменов, которые бегают. Мне очень понравилось, что по этой тропе ходят много пожилых людей с этими палками. Вот. Так что, кто будет в этих краях, обязательно здесь прогуляйтесь. Еще здесь есть, смотрите, пляж Лазурная. Вот, видимо, что это гостиница какая-то, пансионатик какой-то. То есть вот туда уходит такой вот вход-выход. Можно пойти на мост. А тропа уходит все дальше вниз, а потом наверх. Потому что здесь что-то стекает. Может быть, ливневка, да? Вот так вот люди там ходят по этому мосту. А есть вот такой вот спуск вот сюда, под ЖД-пути. Я пока не знаю, куда он нас сейчас с вами приведет. Типа пляж какого-то детского бывшего санатория, что ли. Как по табличке я понял. А никуда он нас с вами не приведет. Потому что тут вот так вот все закрыто. Вот, видите? Но пляж пустой. Поэтому разворачиваемся и двигаемся снова на тропу. А дальше, ребята, чуть если пройтись, есть лечебный пляж, санаторий «Искра» Министерства внутренних дел. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за пляж. А, вот это чихпых-чихпых, конечно, но все равно пойдемте. Ну что, нас развернули. Там все за этой, за калиткой, за забором. Охранник вышел, сказал, нет, это только для отдыхающих в санатории ВД. Так что ладно, продолжаем дальше. Путь с вами по тропе. Вот она схема. Я уже думал, сейчас здесь искупаемся. Какой-то прям лечебный же пляж.
Ну, увы, ладно. Идем дальше. Самое интересное, ребята, что я хотел вот тут вот по тропе подняться к Орджоникидзе, но там закрыт проход, написано, что там, короче, собственность России, типа к МВД, короче, все это принадлежит, как я понял, и проход закрыт. Поэтому время у меня поджимает, мне идти до конца тропы еще достаточно долго, поэтому сегодня в Орджоникидзе я не пойду, но... Мы там уже были, есть кадр с воздуха, есть просто кадры, я сейчас вам их прикреплю, а вы посмотрите. Вообще этот заброшенный санаторий Орджоникидзе можно относить к топу бесплатных локаций, которые нужно обязательно посетить в Сочи. Вот, смотрите, я вам покажу. Вот я сейчас здесь, вот идет тропа. Вот тут вот надо было как-то уйти, вот так выйти на дорогу, чтобы попасть в Орджоникидзе. А здесь все перекрыто. Вот, видите, все вот эти, вот федеральная собственность. Все вот эти заборы, все закрыто. Поэтому только обходить нужно будет. Времени уже столько нету. Поэтому, ребята, вы сейчас наслаждайтесь просмотром с Орджоникидзе, а я пока пойду дальше. Смотрите. Я сейчас иду, здесь получается забор слева-справа, и вот тут есть вход в подземное метро, которое было построено давно и заброшено. Представляете, собственное метро, которое идет вот туда, вот как раз в Орджоникидзе. Слушайте, интересно было бы, конечно, попасть сюда. Пройтись там. Видите, какая история? Короче, ребята, школьники, которые стояли, они, видимо, хотели как-то проникнуть в это метро, перелезть, да? Ну, я смотрел кадры, там реально классная такая история. Может быть, как-нибудь я решусь и там прогуляюсь. А дед, который на мосту стоит, он их там остановил. Типа, нет-нет, туда, короче, начал он там байки чесать. И вот... Видимо, у них сегодня не получится спуститься в это метро. А может быть, из зрителей кто-то гулял там, ходил, смотрел. Отзовитесь, напишите в комментариях. Ребята, что касается поезда. Скажу так, если вы приезжаете сюда на самолете, либо на поезде, да, то есть не на машине, то передвигаться на электричках достаточно удобно. Да, время экономите, я думаю, что на автобусе гораздо будет медленнее все это дело, учитывая, что Адлер, Сочи вообще сейчас стоят очень сильно, а в сезон будет стоять еще сильнее. Но есть минусы, лично вот для меня, я вообще не люблю общественные транспорты никак. Вот мы зашли, поначалу была пустая электричка, потом в Адлере столько туда народу забилось, что вы сами видели, да, что просто не было мест, люди стояли, все кашляют, чихают. Неприятные запахи, вот все это идет, да, от общественного транспорта. В целом, да, конечно, удобно, стоит, ну, 136 рублей, это недорого. Доставляются от точки в другую. И ходят они достаточно часто. Но это, конечно, не моя история, мне не нравится. Хотя пользоваться иногда можно, почему бы и нет. Вы сами в комментарии напишите, как вам электричка, как вам скорость, как вам цена. Если вы пользуетесь этим транспортом, то тоже пишите свое мнение, как вам. Ну что, ребят, вот я и прошел всю тропу. Вот там вот выход. Здесь есть дорога пройтись к пляжам. Сейчас я это и пойду сделаю, немножко посижу, отдохну.
Слушайте, на мой взгляд, выпуск получился интересным и, самое главное, он очень разнообразный. То, что я нашел вход в метро и путь, как туда попасть, это, конечно, меня подталкивает на мысль его покорить. Как вы думаете, стоит или нет, напишите в комментариях. В целом, напишите в комментариях, как вам выпуск. Что касается данной тропы, то я считаю, что если вы приехали отдохнуть в Сочи, уделите этому месту какое-то время, я не знаю, здесь можно залипнуть даже, в принципе, и на целый день. Единственное, я обращаю ваше внимание, что тропа данная работает с 5 утра до 23 вечера. Потом ее, видимо, закрывают, и все проходы, которые я вам показывал, да, заборы, их закрывают. В 5 утра, видимо, какой-то человек один ходит и все это дело открывает. Как-то так, наверное, здесь это все происходит. Сейчас, в конце выпуска, я вас приглашаю вот на эти пляжи. Покажу вам здесь обстановочку, как здесь прошла подготовка, либо еще проходит. Погнали! Мы на этих пляжах уже гуляли. Этот пляж называется Бытха. Так же, как и гора, ребята, здесь вот так щебеночку положили. И вот такой вот тут вид открывается. Здесь, кстати, очень приятная такая мелкая галька. Людей очень-очень мало. Ребята здесь что-то строят еще, продолжают строительство. Но в целом можно, конечно, прогуляться, например, на какой-нибудь волнорез пройтись. Но здесь уютно, я бы даже так сказал. Когда мы здесь были, здесь не было вот этих перилинок, соответственно, их сейчас установили, вот, окультурили, и это очень прям приятно и хорошо. Я хочу с вами сходить на волнорез и показать вам, как все выглядит с волнореза, да, и заодно посмотрим водичку. Ну, слушайте, она здесь 100% чище, да, единственное, конечно, какие-то белые пятна, непонятные, но в целом вода здесь гораздо чище. Сами посмотрите, здесь нет никаких там палок, там всякой такой истории. Единственное, что, конечно, плохо, вот рыбаки сами же сидят, рыбачат, да? Скорее всего, и здесь рыбачили, и вот так вот поднасрали тут. Блин, так, конечно, делать вообще не нужно. Зачем? Зачем так гадить? Все это сейчас уйдет в море. Грязное такое пятно, и вот он, пляж Бытха, ребята. Вот так это выглядит. Окультурили, говорю, поставили заборы, их вообще не было, здесь просто были такие, можно было свалиться. Беседки вот эти, там стоят мангалы, да, соответственно, можно пожарить, да, шашлычок на отдыхе. Вот такая вот здесь, ребяточки, обстановка. Ребята, ну а в завершении этого выпуска давайте с вами искупаемся. Вода, кстати, достаточно уже стала теплее, даже заходить, в принципе, уже нормально. Но все равно быстро, как говорится, ныряем и уходим. Ух! Вот, с вас лайк, репост, подписочка, если хотите, подписывайтесь на канал. Фух, все, я пошел, с вами прощаюсь. Увидимся уже завтра в новом видеоролике. Пока, я ныряю.